Итак, срочные новости. Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений. Об этом заявил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул, что усиливается антироссийская риторика и активизируется недружественная военная деятельность вблизи российских границ. Сегодня мир подходит через переломный этап. Меняются взаимоотношения между государствами. Все чаще делается ставка на силовые разрешения противоречий, заявил Шойгу, цитата по ТАСС. В связи с этим Россия предпринимает шаги по обеспечению национальной безопасности. Основной упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой за последние годы значительно возросли, сказал министр. Мы будем следить за самыми последними новостями. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго и до новых встреч!